Здравствуйте, дорогие ребята! Мы сейчас начинаем урок китайского языка. Итак, сегодня мы с вами будем учить новую тему, урок номер 14, школьные принадлежности. Ребята, мы сегодня научимся новым словам по теме школьной принадлежности. Научимся применять их в речи, проведем звуковую тренировку, прочитаем текст и переведем. Будем развивать навыки чтения и понимания текста. Научимся правильно переводить фразы на русский язык. Итак, как всегда, мы начнем э, с звуковой тренировки. Мы с вами сегодня пройдем э, инициаль, ой, финаль юй. Посмотрите на букву, как бу, как звук ю у, но э, сверху с двумя точками. Это читается юй. И давайте прочитаем с этим с этой финалью у нас сочетается только два звука люй и нюй. Повторите за мной. Люй, нюй. Молодцы. А теперь следующий финаль. Юэ, юэ. Также только два звука. Люэ, люэ. люэ" нюэ, нюэ. Молодцы. А теперь тренируемся читать по тонам. Первый тон, второй тон, третий тон, четвертый тон. Пожалуйста, читаем за мной. Цхэн, 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 цхун. Тхэн, Юн, 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 Лун, 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 Сюн, 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 ребята. ребята! теперь читаем читаем по, по столбцам. ТХУН. Сюн,

А теперь повторяем пройденные слова. Вау, фастфуд. Молодцы, ребята. Вы должны быстро картинки отгадывать на китайском языке. Чеши. Кухай. Быстро, молодцы. 对热狗，对热，这是呢？对汉堡包，这是什么？对薯片，听听这是什么？薯条，对。 这是什么？对，糖果。对，可乐。对，果汁。这是什么？三明治。他做什么？对，喝。 这是什么？对，冰淇淋。这是什么？巧克力。这是什么？零食。这是什么？对，面包。啊、这是什么颜色？对，黄色。 这是什么颜色？对，红色。这是什么颜色？对，蓝色。这是什么颜色？对，白色。这是什么颜色？对，这是绿色。这是什么颜色？对，棕色。 这是什么颜色？对黑，黑黑色。这是什么颜色？对，粉色。这是什么颜色？对，灰色。这是什么颜色？对，紫色。这是什么颜色？对，橙色。好。 Хорошо, ребята, мы повторили пройденные слова, а теперь я вам объясню грамматику, протяжательная частица д. <coughs> Посмотрите, мы сначала первый, э, первый столбец местоимение. О – это я. Ни это ты. Тха он. Тха она. Уомен мы. Нимен вы. Тхамен они. И во втором следующем зелен, зелеными шрифтами столбец. Там местоимение. Мы добавляем к местоимениям частицу ⁇ «д». Посмотрите. о Во-Д ⁇ И это слово становится слово ⁇ мой ⁇.⁇ ни -Д ⁇ Твой ⁇.⁇ Ха ⁇⁇ его ⁇.⁇ Ха ⁇⁇ ее ⁇.⁇ наш ⁇ Нименде ваш тхаменде их. Значит, притяжательная частица D добавляется, прибавляется к местоимениям. И местоимения, личные местоимения становятся притяжательными местоимениями. А также частицу Т можно, можно прибавить к существительным и существительные будут в родительном падеже. А сейчас учим новые слова. Пожалуйста, сейчас вместе ознакомимся с новыми словами. Пожалуйста, читайте за мной. Шу – книга. Шу – школьная сумка. Бэнцы тетрадь, Вэнджу, школьные принадлежности, х, коробка, вэньчжю х, пенал, пи, ручка, чемби карандаш, лаби, цветные мелки, чжи, линейка, хай, еще, сянг резинка. Молодцы, ребята! Еще раз прочитаем за мной. Шу, Шубао, Вендзи, Венджи, Х, Х, Би, Чемби, Лаби, Шидзи, Хай, Сянпи. А теперь. А, отдельно посмотрим каждое слово. Посмотрите. Первое слово это книга. Шу. Шу. Че ши шу. Это книга. Че ши шу. И посмотрите на написание иероглифа шу. Молодцы. Следующее слово. Шубао. Школьная сумка. Шубау, Джеши, уоде, Шубау, Джеши, уоде, Шубау. Это моя школьная сумка. Посмотрите на правописание иероглифа Шу. Раз, два, три, четыре. Иероглиф Пау. Раз, два. Три, четыре, пять из пяти черт стоит. Хорошо, молодцы, ребята. Следующее слово у нас тетрадь. Бензи. Бенц. У меня есть тетрадь. у бензи. Молодцы. И посмотрим на правописание на иероглифа бен и Ар. Сан С у иероглиф Пен состоит из пяти черт и суффикс С. и ар сан из трех черт состоит этот иероглиф. Следующее слово <coughs> школьные принадлежности вэнджю или письменные принадлежности. Нийо Шамаван Какие у тебя есть принадлежности, школьные принадлежности? Нийо Шамаван И Давайте посмотрим первый иероглиф Вен. Правописание иероглифа Вен. И Р. С. Si. Из четырех черт состоит. Следующий иероглиф Джу. Иероглиф чу немножко состоит из большего да, количества э, черт. Сейчас мы посмотрим на правописание этого иероглифа. Итак. И. Ар. С. С. У. Лю. Чи. А. Молодцы, ребята. Следующее. Слово следующее. Коробка. Х, Х, коробка. Давайте посмотрим на правописание иероглифа Х. Итак, посчитаем сейчас мы с вами количество черт в иероглифе Х и внимательно посмотрим на направление ручки. И Р, Сан, С, У, Лю, па чю ши ши из одиннадцати черт черт состоит этот иероглиф молодцы следующее слово пенал венчу х венчу это у нас иероглиф это у нас слово письменные принадлежности х это у нас пенал ну и х это у нас коробка вместе получается слово пенал Посмотрите. Мой пенал ши является люиседа зеленого цвета. Молодцы, ребята. И давайте посмотрим иероглиф Вен еще раз. Джи. И иероглиф Х. Молодцы. Следующее слово. Следующее слово ручка. Джеши джедеда би. Джеши, джеджеда би. Джед это сестра. Джеджеда это сестры. Это ручка сестры. Джеши джедеда би. Посмотрим на иероглиф би. Правописание иероглифа БИ. Сейчас внимательно посмотрите, как ручка должна двигаться. E. R. Sen, c. U. L. U. И, ар, с у, лю, чи, па, чу, ш. Из десяти черт состоит этот иероглиф. Молодцы, ребята. Следующее слово у нас. Карандаш. Чемби. Чемби. Карандаш. Осихун Джейка Чемби Осихун Джейка Чемби мне нравится этот карандаш. И давайте посмотрим на слово Чен иероглиф АР, сан с у Лю Чи па ЧУ, Ш. Молодцы, из десяти черт состоит этот иер иероглиф. И иероглиф «би» – это ручка. Молодцы, ребята. Следующее слово. Следующее слово цветные la bi". La bi". – цветные мелки. Лаби. Лаби. Чеши Чеши Это цветные мелки Моего друга. <coughs> Молодцы, ребята, посмотрим на иероглиф Ла. Посмотрите, да, сложный иероглиф. Итак, посчитаем количество черт и ар са с у ю ч па юш из 14 черт состоит этот иероглиф. Молодцы, ребята. Следующее слово. Чицы. Линейка. Чицы. Мэймэй яу чицы. Мэймэй У сестренки есть линейка. Посмотрим на иероглиф чи. Итак, давайте посчитаем количество черт. И Ар, сан, с и суффикс с. И ар, сан. Молодцы, ребята. Следующее слово хай еще. бензы У меня есть книга, тетрадь, еще есть пенал. И давайте посмотрим на правописание иероглифа хай. <coughs> давайте вместе почитаем. И ар с у Лю. чи. Молодцы, ребята. Итак, мы с вами ознакомились с новыми иероглифами, посмотрели правописание иероглифов, а теперь с вами прочитаем текст. А, извините, ребята, осталось еще одно последнее слово. Резинка Сянг-пхи, сянг Посмотрите иероглиф. Сянг тоже очень сложный иероглиф. И ар сан с у ЛЮ. Чи, ба, джу, ши, ши ШИАР, ши ар, ши сан, ши у. И пи слова, иероглиф, и, ар, сан, с у. Молодцы. Сянг пи, резинка. А теперь вместе читаем текст. Уамэ ничилай, ду кэ Итак, я прочитаю первое предложение. Чеши уаде шубао. Чеши уаде шубао. Это моя школьная сумка. Повторите за мной. Джеши, уаде шубао. Молодцы. Следующее слово, предложение. Уаде шубао ли йоу шу бэнцы хэ вэнчю хэ. ли. Ли какое слово? внутри вы. Значит, в моей школьной сумке Йоу есть шу книга бензи тетрадь х и венчу х пенал. В моей школьной сумке есть книга, тетрадь и пенал. Чинга прочитайте со мной. Уадешу Баоли, Йошу, Пенцы, Х, Молодцы, ребята. Вода венчуха ли йоу лаби, ходшицы чэ ли йоу в моем пенале. Йоу есть чемби, карандаш, лаби, мелки, хэ и линейка. Чингэм ваду х чемби молодцы. И последнее предложение. Хайо, пи. Хайо сянг пи. Еще есть резинка. Молодцы, ребята. Давайте еще раз прочитаем этот, этот текст. Джеши уадышуба. Мой рюкзак содержит книги, тетради и пенал. В моем пенале есть ручки, карандаши и линейки. И еще Молодцы, ребята. А теперь поставьте на паузу и перепишите этот текст в тетрате. Итак, ребята если вы переписали этот текст в тетрадь то сейчас ответьте на эти вопросы вопросы к тексту ЛИ шама что есть в его школьной сумке второй вопрос ход ли шама та в ли шама на эти вопросы ответьте устно. Итак, ребята, домашние задания. Первое. Вслух прочитать пройденные слоги. Второе. Выучить новые слова. Третье. Прочитать текст на странице 92. Прописать иероглифы по две строчки. Иероглиф «шу» – книга, «бэнзи» – тетрадь, «чы»